Огромный всем привет! Мы с Вероникой идем закупаться к школе. Аккуратнее. Идем за школьной формой. Веронике мало вообще все из того, что она носила в прошлом году. Все рукава вот такие вот короткие, все штанишки короткие, все водолазки. Короче, вообще ни одной одежды, ни одной вещи с прошлого года нам не подходит. Кроме той юбки. Кроме той юбки. Той самой юбки. Которая живет уже 3 года и которая мне очень сильно нравится. Короче, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько комплектов школьной формы вы покупали своим детям. Может быть, вы еще вообще ничего не покупали. Сегодня какое? 27? Да, сегодня 27. 27 августа. Мы только вот собрались идти. Хотела сказать апреля. Скоро и апреля. Лето закончилось. Вот, купили вы уже своим деткам к школе все или нет, и сколько комплектов вы брали на неделю? Потому что я планирую взять 2 или 3 комплекта, ну, чтобы менять. Короче, сейчас посмотрим. Смотрите, друзья, у нас уже по всю осень. Почти настоящая. Я помню, ты мне покупала такие на уши такие... Сережки, которые не сережки, но которые сережки. Короче, в моде продается такая, там машина придет. В моде, короче, продается такая штука, что тут сережка, и тут полусережка такая. И из них цепи идут. Такая вот цепочка. Нам такое надо, да? Это да. Да, надо. Красиво, оно коротенькое. Ничего? Так это, наверное, не мой размер просто. Какая есть красивая цвета. Красиво. В галерее джинс нам ничего не понравилось. Понравилось? Что понравилось? Ну, пока просто присматриваюсь, Мы еще не ходили в детский мир. Да. Что-то все-таки понравилось. Да, кофточка там. Да. Пойдем сейчас в детский мир. Ну, короче, пошаримся сначала просто по магазинам, а потом уже будем выбирать. Где лучше, где... Знаете, я раньше так любила по магазинам ходить. Я тоже. А сейчас вот это такая каторга, господи. Не, реально, раньше мне вообще было не вытащить из магазинов, а сейчас вот... 2-3 магазина, и все, я выдыхаюсь. Почему-то. Мне кажется, мы с тобой местами поменялись. Мы поменялись местами. Я обожаю ходить по магазинам, а ты не очень. А раньше она в магазинах скучала. Да. О, в Модис пойдем? Да. Наконец-то нам что-то понравилось. Мы в акуле. Знаешь, что я еще хочу на Валберсе заказать? Что? Галстук. Ты галстук хочешь? Да. Моя стильная девчонка. Ой, мне сейчас рука отвалится. Пойдем скорее. Пойдем. Пойдем. Спадала. Жду пока ребенка из примерочной. Хочу сказать, что Акула — единственный магазин, где ей вообще в принципе хоть что-то понравилось. Вещи сидят классно. Короче, я думаю, что на этом магазине мы и остановимся. Это водолазки. Это потрясающе.
все время ходить. Все, мы затарились. Это весит, ну, примерно как половина моего рюкзака школьного. Можешь на проверить. Нет, спасибо. Идем в моде. Нам осталось купить рюкзак и обувь. И канцелярию. Нет, канцелярии у нас полно. Не полно. Выбрала себе рюкзачок, мешок для сменки, а я выбрала себе сумочку. Мы с Вероникой решили показать вам комплекты школьной формы, которые купили. О, ты моя звезда. Ну, вообще, и туфельки, покажи туфельки. Главное, теперь не поцарапать. Красота. Мы с Вероникой выбрались из дома. Нужно дойти до ВБ и забрать остатки формы, которую мы докупили.
Давайте посмотрим на мой улов с Wildberries. Здесь у меня вот такая большая банка, просто огромная банка. Это овощной бульон. Он в сухом виде. Давайте достану сейчас. В общем, вот так выглядит. Он сухой. Очень удобно. Быстренько, когда нужно какой-нибудь супчик сварить, просто добавлять. Блин, сейчас попробую открыть. Нет, не получится, сорян. Очень удобно быстренько добавить несколько ложечек бульона, и у вас уже прям почти готовый суп. Точно такой же взяла бульон из рыбы. Попробовала вот этот первый раз, беру, взяла на пробу 100 грамм. Если понравится, там есть тоже большие упаковки. Так, что у нас здесь еще в подарочек? Вот мы положили терияки. И что еще? Соус. Универсальный для... соус унаги, вот. Все, разобрались. Так, что я еще взяла? Здесь вот я вскрыла уже перчатки. Очень, кстати, классные, очень эластичные, очень прочные, прям реально прочные. Попробовали с Вероникой уже их порвать, не получилось. 50 пар. Если что-то грязное готовишь или порядок наводишь, короче, очень удобно, они тоненькие очень. И прям все руки чувствуют, в отличие от толстых перчаток, которые я тоже взяла. Взяла вот такую пару эско. Они просто желтые. Ну, вот такие, короче, обычные. А взяла еще сейчас где-нибудь. А, вот они. Какой-то премиум тач. В общем, какие-то премиум перчатки. Хотя, мне кажется, те, кто премиум, они сами не моют ничего. Ну, короче, вот такие красивые, они немножко жемчугом отливают. Две пары перчаток, потому что старые уже закончились. Такая необходимая хозяйственная покупка. Что еще? Еще я взяла машинку для катышков. Очень противоречивые отзывы. Кому-то очень нравится, кому-то очень не нравится. Это вроде бы как даже Xiaomi. Xiaomi делает все на самом деле. Мне кажется, скоро колбасу будет производить. Взяла шумовку. Очень необходимая вещь в последнее время. Раньше я как-то ей не пользовалась. Сейчас прям вот пригодилась бы, но не было. Так, что у нас еще? Взяла крючки. Вообще у меня есть идея немножко реорганизовать кухню, повесить. Ну, короче, я вам потом, если все это реализуется, вы все это, конечно, увидите. Немножко хочу вот это вот, как эта палка называется, рейлинг, да? Короче, привести вот это все в порядок, потому что место занимает кучу, а функциональности никакой. То есть вот это все, что вы видите, это... Так оборудовали квартиру хозяева. Вот мы на съемном жилье живем, напомню, кто не помнит. И мне хочется, конечно, вот эту всю историю убрать и по-другому все здесь реорганизовать. Вот поэтому для этих целей я купила вот немножко крючочков. Но на самом деле посмотрим, может быть, и не буду ничего делать, но крючочки купила, чтобы они меня лежали и мотивировали. Так, здесь у меня тоже такая штука интересная сейчас. Короче, здесь крючок, который подвешивается у нас к верхушке шкафа, вернее, к дну шкафа. И на него можно вешать всякие прибамбасы для кухни. Тоже это из серии моих будущих обновлений, которые, не знаю, состоятся или нет, но товары все куплены. И еще хотела вам показать потрясающую вещь, которую я нашла, увидела в одном из роликов на YouTube. И купила себе. Короче, это такие вот силиконовые крышки, которые мягкие, которые принимают форму того, во что вы, на что вы их натягиваете. Здесь разные размеры есть. Можно их в микроволновке, ну, закрыв ими посуду, можно что-то разогревать в микроволновке. Что они приклеились. Короче, они очень тоненькие, очень эластичные, тянутся, прям тянутся очень хорошо. Вот, и можно на круглую посуду, можно на квадратную посуду. В рекламке даже я видела, что вот эту вот большую самую крышку натягивали на арбуз. Ну, типа, чтобы не заветрился. Короче, вот такая вот интересная, такое интересное приспособление. Буду тестировать, но по ощущениям, мне кажется, что я буду пользоваться ими каждый день, потому что обязательно нужно что-то, какие-то крышечки надевать. Я использую пакеты или
такую пищевую пленку, но мне кажется, с крышечками будет гораздо удобнее. Напоследок хочу позвать вас в мой телеграм-канал, в котором сейчас проходят предпродажи марафона 100 дней. Те, кто был на марафоне 100 дней, понимают, о чем я говорю. Те, кто не был, чуть-чуть введу в курс. Это марафон самосовершенствования, который длится с 23 сентября по 31 декабря. То есть мы с вами 100 дней вместе достигаем цели, размусориваемся, вдохновляемся, мотивируемся и так далее. Если кому-то интересно, то переходите в мой телеграм-канал, ссылочка будет внизу в описании к этому ролику. Присоединяйтесь к марафону, и до 1 сентября у меня идут продажи только для тех, кто у меня в телеграм-канале. Вот, поэтому очень советую туда перейти. Огромное спасибо всем за просмотр. На этом мои хозяйственные дела закончены на сегодня. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.